Итак, могу я пригласить свою партнершу? Зук бразильский, обыкновенный, с элементами зук майорка, зук нео. Итак, для тех, кто не знаком вообще с этим танцем, я постараюсь нашу интересную связочку разделить на, так скажем, составные элементы. То есть, что, из чего будет складываться наше движение. Итак, первый элемент называется латерал. Это взаимное расхождение партнера-партнерши, да? Один из базовых шагов. Счет у нас 3, раз, два, три. Совпадает с восьмеркой таким образом. Раз, три, четыре, раз, три, четыре. Или раз, три, четыре, пять, семь, восемь. Сообразили, да? И смотрим. Базовый элемент. Три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Сохраняем натяжение в руках. Далее. У нас в нашей связочке будет поворот, и даже два. Смотрим базовый поворот. Выходим с латерала. Три, раз, два, поворот. И снова латерал. Три, раз, два, три, раз, два. Следующее базовое движение, которое у нас будет использоваться в нашей интересной связке, это, как мы называем, head work. По-модному, да, или работа головы. Базовое движение головы партнерши начинается со стороны влево. У нас идет скруточка в верхней части корпуса и наклон головы в соответствующую сторону. Да? Движение максимально натурально, естественно. Шею не заламываем, не ломаем себя в корпусе. То есть центр тяжести у нас сохраняется. Итак, лево, плавно вперед, грудь закрыта. Далее. Право и назад, грудь открыта. Это полный круг. Угу. Теперь переходим, собственно, к нашей связке. Первая часть. Мы включаем латерал вместе с головой. Маленькое отступление здесь. Работа головы партнерши будет следующим образом. Вдох, полукруг, вправо, вдох, полукруг, влево. Вдох, полукруг, вправо, вдох, полукруг, влево. Нюансы. Плечи не поднимаем к ушам. Мы должны быть красивы, девочки должны быть красивы. Все должно быть очень красиво. Итак, парни, у нас есть ручки партнерши. Это наш джойстик, которым мы управляем головой партнерши. Можно сделать такое упражнение. Полукруг, полукруг, полукруг. Полукруг. Девочки, сохраняем натяжение в ваших красивых ручках, чтобы вам было понятно, что хочет от вас партнер. Итак, латерал с головой. Начинаем. Preparation. Подготовка. И девочка делает вдох. Пошли. Три. Раз. Стоп. И в обратную сторону полукруг. Три. Раз. Стоп. Это наше первое движение. Дальше выходим вместе с головой. На поворот. Три, раз, стоп. И отсюда хитрость. Мы ведем девочку на поворот со смещенной осью. Девочка превращается у нас в курочку-гриль, да, закрепленную в своей макушке. Продолжаем. Три, раз, два. Обходим девочку по кругу. Девочка здесь завершает круг головы. Мы переносим свою правую ручку ей на плечо и делаем такой хитрый элемент. Пум! Мы задаем девочке траекторию, этой ручкой поддерживаем. У нас была маленькая техническая заминка, но мы продолжаем нон-стоп. Итак, на чем мы остановились? Латерал с головой. Три. Раз, два, три, раз, стоп. Выходим на поворот. Три, раз, два. Мальчики продолжают идти по кругу. И задаем девочке поворот вокруг наклонной оси. Три, раз, два. Здесь
мы завершаем круг партнерши, то есть круг головы, заводим ручку уже на плечо, даем сигнал на еще один круг. Здесь готовим партнершу к повороту по часовой стрелке, поднимая рамочку девочки вверх. Одно из правил зука девочки – держать круглую рамочку. Бразильский зук – очень красивый танец. Секунду. Удобно? В котором все движения максимально сглажены, максимально округлены. Поэтому держимся красиво, округло. Здесь, завершив круг головы на стадии, когда голова сзади, да, смотрим вверх, девочка, контроль ладошки глазами, даем сигнал на поворот, выходим в подготовку к повороту против часовой. Не сказал еще одно самое главное правило. В зуке, если есть повороты, то с какой ноги идет девочка в ту сторону поворот. Чик, чик, чик. Здесь мы заканчиваем связку либо базовым шагом, либо латерал. Итак, связка поэтапна с другой стороны. Сначала латерал с головой, не забываем про джойстик. И три, раз, два, три, раз, два, три, поворот, три, раз, два, три, раз, два, поворот, еще один и базовый шаг. И теперь все под музыку и будем наслаждаться. Наслаждаемся музыкой. Базовый шаг. Три, раз, два, три. Латерал. Три, раз, два, три. Латерал с головой. Три, раз, два, три. Выходим на поворот. Поворот. Голова. Поворот. Завершаем движение. Теперь с другой стороны. Сразу начнем с латерала. И три, раз, два, три. И три, раз, два, поворот. Три, раз, два, поворот. Завершение. И на этом все, друзья. Спасибо за внимание. Давай сюда.